You are the world, ты – это мир. Так звучит официальный девиз Универсиады 2013. Она открылась 6 июля в честь мирового события. Казань преобразилась. Специально к играм были построены 30 спортивных объектов. Всего же действуют 64 площадки. Соревнования начались еще до официального открытия 5 июля. Пока Россия на первом месте в общекомандном зачете. 10 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей. С места события наш корреспондент Анастасия Алексеева. Открытие универсиады состоялось только вчера. Сегодня соревнования в самом разгаре. На центральном стадионе забег на 10 тысяч метров. Россию представляют и чувашские спортсменки Наталья Пучкова и Алина Прокопьева. С первых метров российские легкоатлетки Наталья Пучкова и Наталья Леонтьева вырвались вперед. Пучкова шла впереди полдистанции, но после начала сдавать. Тут обогнать всех удалось японке Аюко Сузуки. Буквально за ее спиной закрепилась наша Алина Прокопьева. Алина и не сдалась. Завоевала серебро, уступив Сузуки 6,76 секунды. Бронза тоже досталась японке Майи Цуде. Наталья Пучкова пришла пятой. Тяжело чувствовала себя в дистанции. Почему-то вроде темп был слабый, а мне уже тяжеловато что-то было немножко. Может, уже рассказалось так. Всем спортсменкам в этот день пришлось нелегко. Алина Прокопьева призналась, что всю дистанцию молилась Богу. Да и Родина помогла. Помогает, что в России это вообще проводится. Родина всегда помогает, я думаю, спокойнее, себе увереннее, можно сказать. Люди приезжают болеть, с Чувашии приехали многие болеть, я думаю. Это, наверное, подтолкнет для будущего спортивного будущего ее. Почему? Потому что они еще молодые девочки, для них эти победы вдохновляют. И я думаю, это будет именно для того, чтобы подготовиться на Олимпийские игры через 3 года, для нее будет это большим таким воодушевлением. Я надеюсь, что мы и наши спортсмены, и те, которые со мной тренируются, еще не одну медаль завоюют на этой универсиаде. А ей я хочу пожелать только здоровья и будущего в спорте. Спасибо вам, Михаил Павлович. Я очень рада, что меня взяли и тренируйте. Спасибо. Впереди еще 9 соревновательных дней. И Россия, в том числе и Чувашия, еще поборется за медали. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.